Всем привет! Сегодня с вами Даша. Сегодня мы будем нянчиться с маленькими детишками. Ой, какие маленькие девочки. Бла-бла-бла. Давайте начнем с вот этого мальчика. А можно и с девочкой? Но я лучше с мальчиком. Начнем. Я пылесосим. Вот, это, наверное, будет... Все, тянут мальчик всякие какашки. Фу, а какашки же воняют. You are awesome. Теперь вторая. Надо нам все пройти. А это уже всякие его шаги. И всякие его конфетти. Или симфетти. Или конфетти, или симфетти. Пишите нам в комментарии, какие вам игры нравятся. Я все читаю комментарии. И... Ой, здесь уже... А, блин. Фух. Все. Какие ваши. Ой, я что-то не заметила. Все, мы чищем, чищем, чищем. Ой, фух. И последний, четвертый уровень. Бомбочки. Не теряюсь. Это ничего страшного, наверное. Мне надо все. Я хочу денежки получить свои заработанные. Такая спрятан. Там, по-моему, тратится денег. А, они не нравятся. Всякие заливаются. И денежки. О, кристаллы. Офигеть, нам столько много денежек дали. It's time to clean up. Ладно, теперь начнем, девочек. Ты что? It's feeding time. Можно сделать бутерброд. Можно сделать кашку. Мы начнем с бутерброда. А, тоже. А, блин, надо быстрее. Опа-па. А, блин. Ладно, ешь. А, не, можно же выкинуть. Оп. Обыса. Эппендер. И оп. Он просил вот точно вот это. Фун. Фун. А, блин. Выкинуть это. Фун, 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 фун. А, ты что-то просил. Теперь девочка. Ага. Фун, фун, фун. Как ты это обычно взяла? Надо выкинуть сюда, я не понимаю. Хоп, хоп, хоп. Ешь гамбургер свой. Какой хочешь. Хоп, хоп. Листик для колбасы. И хоп. На свой большущий гамбургер. А ты хочешь? Фум, фум, фум. Все. Ты хочешь квадратный листик. И вот. На, держи гамбургер. Ты, наверное, очень сильно проголодался. Ой, ты что-то слишком такой. Ну, извините, у нас закончились ингредиенты. Теперь мы будем девочку садить. Теперь все отрежем. Вот. Remove the seeds, please. Вот, все мы очищим от косточек. Right. Знаете, как по-английски банана? Ой, то есть банан. По-английски банана. Как я уже сказала вам. Вы слышали, как там говорили? Банана, банана, банана. Into the bowl. А знаете, как по-английски яблоко? Apple. Я знаю английский. Ну, немножко. Food is ready. Take a spoon. Если там простые слова. И мне эти простые. Ладно. Вот ешь ты, зая моя. Давай вытерем. Ты совсем запачкался. О, за покормление мне дали деньги. Хотя кристалликов нет. Что поделать? It's feeding time. Мы уже все выполнили здесь.
Welcome. Теперь будем... Ой, какой миленький. Мы только снимем бамперс, потому что кроме другого сразу видно, что на подгузнике какашки. Не плачь ты. О, клён. Мальчика клён. Ёмоча. Почему на экран написал? Ну ты даёшь, мальчик. Я не ожидала такого от тебя. Ох, вот кристаллики и денежки. Правда, я еще немножечко. Теперь будем менять памперс девочки. Но здесь уже не видно же, почему-то мальчик реально больше всего какает. О, а здесь цветочек. Сейчас не посыпем, чтобы не было раздражений всяких. Вот. Чтобы не было раздражений. Хоп-хоп. Все, застегнули мы тебе памперс. Я такая милохая девочка. А как тебя зовут? Меня зовут Эза, милая девочка. Не, тебя, наверное, зовут Зой. Так, меня зовут Зой. Теперь помоем девочку. Надо помыть волосики. Вот и тараканы там заведутся. Или мухомор. Тебе вырастет с волос. Сейчас мы помоем тельчика, чтобы ты была красивой и чистенькой. О, мне нравится пузырьки лопать. Ладно, конечно. А сейчас мы помоем ее хорошенько, чтобы у нее не было пенки. Чтобы она была чистенькая и красивенькая. А тебя как зовут? Меня зовут Даша. О, как меня зовут Даша. А у тебя есть подружка? Да, меня зовут Зоя. Ну, конечно же. Как я могла забыть про Зою? Кстати, у нас есть одна подружка с Аленой. Даже не подружка, ну, почти что подружка. Я потом вам в конце видео покажу. Ну, это у нас игрушка. Я вам покажу в конце видео. Вот, сейчас мы будем... Чё, место можно нячиться? Блин, это почему понянчиться? Ну ладно, придется готовить. Оп, хоп, ляп, тяп, хоп, ляп, тяп. Хоп, ляп, тяп, ляп. Наливаем водичку. И стряхиваем хорошенько. Все, молочко готово. Она пьет. Все допила? Как быстро? Все, возьмем. Спасибо. Я заработала свои деньги. Теперь погладим одежду. И мальчик, и девочка. Это у девочки. Надо еще попрыскать. Вот. Это у мальчика какого-то, потому что там желтое. Не, или у девочки, но это точно у девочки. Это у девочки, что-то у вас мальчику не попадается. Ну вот, сейчас мы еще выйдем. Ну, это уже и у мальчика, и у девочки, без разницы. Все возьмем. Всем. Welcome to the kindergarten. Это что? О, наконец-то можно потратить свои деньги. Наконец-то. Да у нас уже не тратятся деньги. Мы столько копим и копим и копим и копим. О, какая идея. Ну, это чтобы коврик такой. О, лампочка красивая. О, полочка такая классненькая для книжек. Вообще круто. Вот у меня такая была. Это что у нас? Ну, мы можем. Это качельки всякие. И еще столики. А можно вот так вот поставить? Как ты захочешь. Не понравилась здесь книжка. Здесь вот можно столик. А здесь можно это. С
конечно, надо. О, теперь стульчик надо. Это я мама. А, да, это столько. Так, стульчик. И еще один стульчик. Чтобы пришли подружки и играли вместе. Гу-гу-га-га. Га-га-гу-га-гу-га-га. Гу-гу-га-га-га. Гу-гу-гу-га-га-га. О, они так говорят. О, сохранение нашей комнаты, которую мы сами не сделали. Но как я вам и обещала, покажу нашу и настоящую комнату. Ну, правда, всем пока. Сегодня с вами была Даша. Сегодня мы нянчились с детками. Пишите в комментарии. Я буду их всегда читать. И пишите в комментариях, какие вы хотите игры. И пока-пока. Пока-пока.